Стоматолог, блин, пришел. Полечи мне зубы. Я сделал пластическую операцию лица, и теперь я... Ой, я хочу батут. Папа, купи батут. Мистер, спасибо надо получить. Подкасть, подмасть, подка... Какая-то хрень продается, купи, пожалуйста. Ромакей, купить надо! Он был бесплатный, меня ограбили. Хватит своим айфоном хвастаться, ушел отсюда. Заставь меня купить это яблоко. Покупайте Apple 23, у него 0 камер, и он хорошо пуляется в небо. Как он такой? Беру. Еще он пули не пробивает. Окей, сейчас проверим это. А я в продукции! Иди в шляпы! Быстрее, тебя нашел здесь! Сам в шляпу иди! Смотри, клоун! Бери! Сколько? А, что, дорого? Нет, мы с тобой это не возьмем. Это был не выход, это был вход. Ты где? Идем плавать быстрее. Здесь, конечно, воду забыли налить, но и так нормально. Меня погребли заживо. Можно как-то теперь спастись? А говорят, смерть это страшно. Ёма, я чуть не повесился. Погнали, мы с тобой трэш-ютубер, будем снимать трэш-монстров. О! Показывай, кого снимать. Меня. Снимай штаны. Я вообще самый бесстрашный монстров, я ваших не боюсь. Я буду снимать вообще всех. А, я фонарик забыл, ладно, я тупой чуть-чуть. Что, блин, я испугался. Спасай меня чуть-чуть. Лови камеру. Давай, где камера? А где я? Здравствуйте. Все, я ухожу. Да я ухожу. Я не столько лох, чтобы заново в нее попасть. Я думал, она слева. У вас есть претензии ко мне? Кто там сзади мешает? Ты че, блин? Смотри, предлагаю ему идти за тобой. А! Да почему меня, а не тебя? Почему меня? А! Да блин, ты еще! Спасай! В смысле вас двое, не брат? Это что за нашествие гопников? Вашу черепаху и тут, и там показывают. Сзади. Согласен. А! В смысле? Вот это чебурек, блин, 5 раз попался. Сзади тебя сейчас поцелуют. Давай, селфи. Селфи, чиз. Застрял маленький губик. Нехрен было жрать столько. Оу, все, он идет тебе мстить. Беги. Чувствуй себя супергероем, смотри, не каждый день так сможешь об стену ударяться. И побежал такой довольный. О да, мал, смотри, что я сделал. Какого фига тут тебя приглашал? Никто. Понюхал краски, пошел оценивать что-то. Ну камера моя. Да чего? Все, снимай это последнее мое видео. Снимай. Прощайте. Я забыл нажать на кнопочку. Извини, твоя смерть не была задокументирована. Иди нафиг, короче, а чё я тебе, блин, снимать ещё должен? Я тебе зарплату получила. Мне платили? А где я должен был забирать мою зарплату? На почте. В России. Не дошла ещё. А, ну тогда все понятно, это все объясняет. Нет. А, о, нет. American Boy. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Влад. Чи это что? Чи, да? У-у-а, нифига, что за фигня? У-у-а? У-у-а? Тут так надо себя вести? И-а? Куда по... Я так же могу? А в смысле? Ай! У меня кроссовки не Adidas. Стой, ты видишь, какая тут прикольная яма? Красивая, да? Красивая? Я жив. В смысле? Я уже я грустил уже. Не понял! Прыгни, тут конфетка. Чё, какая нафиг конфетка? Кто из вас конфетка? Ты конфетка? Ой, какая милая конфетка. Ириска! Да почему ты ко мне долезешь, Спайдермен, блин? Питер Беги. Паркер за мной лезет, что делать? А где тот лохозавр? Ну как сказать, где он? Вот он. Плавать! Да он не сможет залезть, он же бездарь. Ничего ты не сможешь, чё он думает, самый умный в этой жизни или что? Я тебя снимать хотел, чё лезешь, умный? Спотыкнись там, где... О! Я тебя столкну. Ты чё, мяк Питер Паркеру, я не хочу сниматься в новом фильме. Человек-паук, все через одно место. Ля-ля-ля. А, я тебя не заметил в темноте, черного в темноте увидеть, ё-моё. Он за тебя топает, плюется, не плюйся. Ой-ой-ой, вот такого увидит монстр, сам испугается. Макс, я твои ребра нашел. Где? А да, я их давно потерял, в 95-м. Спасибо, если бы не травма в 95-м, я бы сейчас таким атлетом был бы. Ну иди забери, давай. Окей. Спайдермен, я поход к вам снова. Со мной друг. Ребра! Ты думал, я не нашел. Это. Что? Да видишь, я ребра искал! Видишь, у меня ребра! А! Куда он меня понес? Стой. Смотри, вот. На, возьми, паук. Твои. На, забирай череп. Ну там вот подберешь. О, смотри, какая крутая штука! Привет! Как тебя зовут? Спайдермен, давай третью часть снимать. Как эпично назвать Артема.
Тёма. О, еще один припёрся. Сбоку. Что? А. О, ёпта. О, блин. Нет, ребята, все, всем пока. Купи батут за 900 максимов, пожалуйста. Ну, один уже есть. Но того мало. Ты что делаешь? Давай, трехочковый. Я был баскетболист. Кто на меня ставил? Не ставьте, пожалуйста. Давай, ты сейчас можешь, давай, давай. Надо заснять. А, камера там. Ты случайно не Спайдермен? Иди доставай, мартышка. Да я сам быстрее сделаю, что ты там не мог. Хоба, берешь, сейчас берешь, сейчас беру, я сейчас полежать решил немного. Берешь. Ко мне, ко мне. Давай, ты где? Лови. Ой. Как это было вовремя? А знаешь что? Смотри, смотри, смотри. Отдай мой диск, там все мое детство. Там Киев 2007. Я заберу, я поймаю. Я лечу, лечу, лечу. Сейчас поймаю. Я поймал. Ты не здесь должен был появиться, не? Я вот оттуда свалился. Опять шарлатан. Ты конфетка? Ой, какая милая конфетка. Эй, это пятая точка, вот что. Вот тут я сдох. Нифига тут дергай. О, ты танцуешь, да? Мертвый танец. Это конец, ребята. Совсем пока. Привет, я Дима 223. У меня. Ой, чё? Что это летает? Ты кого призвал? Не все скафандры, закройте дверь. Не все скафандры, закройте дверь. Не все скафандры. Я устал. Все, лети. А говорят, что тебе ничего не светит. Вот, светит же. Я туда. Вон там белые точки я хочу. Я люблю белые точки. Что? Ты-то кто на... Что это такое? Что сзади меня? Что это такое громкое? Помогите! Что это было? Она меня убивает! Ё-моё, ты привет! Что это за хрень? Дед Мороз уже не тот! Еще эта фигня? Стоматолог, блин, пришел. Да ничего, он добрый. Полечи мне зубы. Помоги! Полечил! Переведи ему деньги. А где номер карты? Совсем офигел. 2 миллиона за одну пломбу просит, ну вообще. Нынче пломбы пошли, дайки. Тут надо расписаться, походу кредит берет скрытый. Ах ты ж. О, к тебе сзади, друзья. Там влог. Тик-ток смешно увидел. Да, ему не до тебя. У него свои дела есть. Почему здесь написано качхуа? Ой, меня чуть не заставили матерну. О, операция закончится. Сейчас будет. Не убил? Все, ваш молочный зуб выдран. Не, я не хотел бесплатно лечить. Хватит так радоваться. Как я зубы сделал. Улыбка до ушей. Отойди, я не вижу. Два подбородка. А я говорил не жрать. Расскажите, сколько вам лет? 2 годика. Что-то вам доходит. Я регистрирую тебя на госуслуги. Тихо, стой. Там предлагался кредит в 1,5 миллиона. Возьми, деточка, яблоко, оно не отравлено. Давай сделаем эксперимент, иди сюда. Теперь повернись. Ты чё не упал? Ты где? Когда мы сюда прилетели, я сдох. Давай без меня, без меня. Что? Вруби, вруби. Ёкарно, я стою, в меня прилетает хрень какая-то. AirPods сюда по скидке прилетели. Я тут, значит, выхожу, в меня прилетает этот хрень. Что это вообще такое? Окей, я поберегу ее. Я вот как кину. Как возьму и как кину кому-нибудь в лицо. Как кого-то увижу, так сразу как кину. Я даже не испугаюсь. У меня в руке всемогущая воля всех богов. Нас... Ты кто? Пошел ты нафиг! Какого поздравления? Какое поздравление? Какого с днем рождения, блин? Ты же быкануть хочешь, да? Быкануть? А чё? Подвигайся давай. Чё, широкий такой, что ли, а? Тут, тут. Меня тебя двое. Что? Я где-то потерял свою монетку. Молодой человек, вы не видели мою монетку здесь? Шизофреник разговаривает с пустотой. Ты сказал, меня два, так снимай. Молодой человек, объясните мне, пожалуйста, где моя монетка? И что ты снимаешь? Я тут разговариваю с человеком, шел. Что? Что с тобой не так? Что это такое? У меня ничего нету. Что это такое? Вот это какой-то шизофреник. Он видит то, чего не вижу я. Я не слышу тебя, что происходит. Ты оглох. Или я оглох. Я оглох. Ты не мой, я глухой. Что происходит с этим миром? Это все ТикТок виноват. Ты где опять? Куда он опять исчез? Меня сейчас убьют через несколько минут. Какой нафиг космос? Куда ты там, блин, вылетел? Нам нужно было сохранить документальное видео в камерах, поэтому мы прилетели назад. Что это такое? Какого фига? Что это было? Какой-то дебильный день. В честь этого я спрыгну. Не, давай мы вдвоем спрыгнем в честь этого. Флешмоб в честь вас.
Врубай, Саня, врубай.